Сегодня руководитель управления сельского хозяйства рассказал о состоянии посевов, отметив, что 18% находится в удовлетворительном состоянии. И эта цифра может измениться в любое время. Все зависит от погодных условий и осадков. Вот эта засуха задела, как говорится, все культуры. Все и масличные, и наши монокультуры. На сегодняшний день из всего объема ярового сева пшеницы на сегодняшний день и других культур, да, и в том числе и масличных, мы можем судить, что на площади 600, более 600 тысяч это может увеличиться. Мы считаем, что это уже плохие. И ждать там урожая определенного мы уже там не можем. Жансултан Таукенов говорит об опасности увеличения этой цифры, если в ближайшие дни не будет хороших осадков. При этом совсем неурожайным текущий год назвать нельзя. Определенных показателей наши сельхозтоваропроизводители достичь сумели. Посевные площади сельхозкультуры на этот год составили более 5 миллионов гектаров. Если быть точнее, площади посевов зерновых и зернобобовых культур составили 3 миллиона 968 тысяч гектаров, в том числе наши культуры пшеницы – это 3 миллиона 266 тысяч гектаров земли. Руководитель управления сельского хозяйства отмел страхи о нехватке кормовых. Несмотря на то, что в ряде регионов пока не заготовили и половины нормы сена, в целом за счет более урожайных районов удалось собрать годовой запас корма. В текущем году всеместная урожайность трав не очень низкая. В ряде районов на уровне 1,5 и 3,5 центнеров с гектара. На 30 июля заготовлено на сегодняшний день 980 тысяч тонн сена. Еще недостаточно сена, конечно, заготовили районы такие, как Амасинский район, это 42% от годовой потребности, Житогорийский 47%, Денисовский 48% и Наурзумский район 57%. На брифинге озвучили и примерные цены на кормовые. Средняя цена за одну тонну в Кустанайской области составляет 20 тысяч тенге. Жансултан Таукенов пообещал, что несмотря на удорожание кормовых, ни одна живность не останется без корма. В случае затруднительного положения сельчане могут всегда обратиться в местные отделы сельского хозяйства. Алексей Кудрявцев, Балсло Аликенова, РТН.